Главным подарком жителям областной столицы в День России стал большой концерт на площади Куйбышева. Посмотреть на выступления лучших творческих коллективов города и звезд российской эстрады приехали более 30 тысяч жителей. Это повышает патриотизм к своей родине, и хочется все чаще и чаще видеть такие праздники в нашем городе. Молодое поколение, оно должно знать нашу историю и относиться к нашей истории, ну, соответственно. Вот, чтобы у них был определенный патриотизм, и знали, что такое Родина вообще. Второй год подряд поздравить жителей областной столицы с Днем России приезжает народный артист СССР Иосиф Кобзон. Как здорово, что все вы здесь, в Самаре, собрались. Начиная с 2014 года в Самарскую область приехали порядка 15 тысяч беженцев из Украины. Россия стала для них второй родиной. Поэтому в День России на площади Куйбышева они вместе со всеми самарцами. После приветственной речи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и Иосиф Кобзон вручили российские паспорта переселенцам из Донецка семье Малининых. В мае прошлого года Наталья Малинина с детьми переехала в Самару. Ее супруг работает врачом и до сих пор не может выехать в Россию. Сегодня замечательный день в жизни нашей семьи. Мы стали гражданами России. В июле 2014 года по распоряжению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина в области возобновила работу программа «Соотечественники», благодаря чему мы воспользовались ей и смогли жить и работать в России. Мы должны сделать все своей сплоченностью, единством, любовью к родине, поддержкой руководства страны, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, сделать все, чтобы эта страшная беда завершилась, чтобы семьи были полными, чтобы семьи жили счастливо. Поздравить самарцев в этот праздничный день приехала народная артистка России Валерия. Больше всего эмоций у горожан вызвало выступление легенды русского рока группы «Ария». Завершился концерт на площади Куйбышева праздничным салютом. Лариса Шлафаст, Константин Головин, события.